когда-нибудь читал инструкцию к палочкам? Зацени. Зажмите большим пальцем и... Слушай, а ловко ты это придумал. Я даже в начале... А что если? Всем привет, и сегодня мы с вами проверим 5 лайфхаков из TikTok. Если эта рубрика вам понравится, я буду снимать еще. Сделать следующий механизм. Теперь на калитку ставим цемент. Открываем калитку. А если все не работает? Так нам показали, как можно сделать рельсу, направленную вверх. Я думаю, что это уже пофиксим. Так, значит, мы ставим рельсы. Теперь блок и на него рельсу. Так ее нужно поправить. Перед рельсой поршень его нужно активировать. What? Это как? Ладно, лайфхак работает. Но я думаю, что мы все понимаем, что это либо мод, либо мод. В принципе, логично. Ну что, давайте проверим. Мы выкладываем по бокам мембрану. Сверху поводок, ниже кожу и нить. Не повезло, не повезло. Так мы ставим песок душ, нажимные плиты и наливаем воду. Кидаем зелье опыта, и у нас ничего не получается. Ну что же, не судьба. Ну и, пожалуй, последний лайфхак на сегодня. Этого лайфхака заключается в том, что можно с помощью лестницы и эндерпёрла пройти сквозь бедрок. Допустим, мы хотим пролезть на самый верх ада. Ставим раз, два, три лестницы, залезаем и кидаем эндерпёрл ровно над собой. Изи. Так мы ставим три лестницы, залезаем и кидаем над собой эндерпёрл. Найс. Спасибо за просмотр.